И мы кое-что заказали. Это вот такие попкорны. Нет, это маршмеллоу. Покажи ногти. Мадам Брошкина. Доброе утро. Всем привет. Ты завтрак готовишь? Да. Молодец. А что ты делаешь нам чай? Да. А с чем? Не знаю. Там хлебушек есть в холодильнике. Надо его... там в кладовке. Надо его есть. Это в духовку. Потому что он... В кладовке тоже есть хлеб. В кладовке, да. Но надо вот этот съесть быстрее. В духовку его нужно. Но он в духовке только жестче становится. Нет. Он просто замерз, он в холодильнике лежал. Поэтому его нужно в духовку. Ты будешь яичницу делать? Макс хочет омлет. Волосы только завяжи. Завяжи или волосы, завяжи. Потому что папа там в кулач. Все, папа вышел. Я хочу готовить. А можно вот сюда яичницу? Нет, ее нужно сполоснуть. Ой, как яйца воняют. Ты думала, они будут пахнуть? А? Ты думала, они будут вкусно пахнуть? Так, ладно, мы сейчас будем завтракать. Какие у нас сегодня планы? Нам сегодня нужно посылочки отправить. У нас слаймики заказывали. Нам нужно за продуктами сходить. Еще что нам нужно? Еще? И все. Больше ничего. И гулять. И гулять. Получается отремонтировать? А? Или новую надо лампу покупать? Да. Нет. Но тебе не дешевая. Новую оригинальную. Оригинальная. Знаешь, сколько стоит? Это мы еще китайскую купили. Я купила китайскую за 170. А сколько? А оригиналовская, ну, хорошее качество, стоит где-то 300-400. Купила? Угу, да. Мы можем купить. Но... Осторожно там, не порежь. Цепой для регуляр? А, ну папа сказал, сейчас сделает. Да. Папа сейчас no, сделает. No sabes, Каролина помощница. Покажи слаймик. Ты его лаком, что ли, красила? А он блестит? Или ты блестки просто добавила? Дай сюда. Дай сюда. А ты его хотела черным сделать, он серый получился. Я знаю, потому что... Классно тянется. Он со снегом, что ли, немножко? Нет. Нет? Какой-то флаффи. Он флаффи, да. Pink fluffy unicorn. Black fluffy unicorn. Я так у меня выросли волосы. Папик. Ты что такое еще? По цвету не совпадает что-то вообще. У тебя меняет цвет волос, да, по погоде? А потом будет здесь вот тоже так будет, потом... Это же мои! Представьте себе, ребят, какие у меня волосы могли были быть длинные, если бы я не обрезала. Мне кажется, они бы уже были до пола. Вот. По толщине. Мой? Мои волосы. Вот Ксюшины волосы. Подожди. Вот мои, Ксюшины, и давай. И вот Маргаритин. Пучочек маленький такой, жиденький. Вот. У Маргошки жидкий волос. У меня вообще пучище целое. Ну, хотя смотря... Мама! Не знаю, зачем храним это. Жалко выкидывать. Обрежь свои волосы вот отсюда. Нет, так коротко не хочу. Все, давай, складывай, а то сейчас полетят волосы все это. Все, лампочку отремонтировал папа? Да. Теперь можете снимать. Это чтобы не отклеилось. Чтобы не отсоединилось. Она отсоединяется постоянно. Подожди. Надо заклеить. Это скотч. Нам нужно отправить. Все они уже готовы. Сейчас упакуем. И папа отправит. Давай, поехали.
Что она тебе купила? Так лето уже закончилось давно. Куда очки-то? Ой, боже мой. Деловая колбаса. Ты где была? А, не со скидочкой. Это тебе. Это мне? Да. Ой. А это мне. Смотри, мама, а это мне. Это тебе большие, зайка. Да. Ты посмотри, какие они большие. Мама. Машинки. Папу раскрутила, да? Угу. Ты папу раскрутила? Да, я посмотрю просто. Ты посмотри, они на мои пальцы. А, это этот кошелечек для очков? Да. Деловая колбаса. Ты где была? Я? Где ты гуляла? Да? Мне вообще-то очки не нужны, я их никогда не надевали. Ну они, видишь, со скидкой. Лето прошло, они теперь со скидкой продаются. Ну, на следующее лето, господи. Это тебе, Каролина, они мне маленькие. Сейчас посмотрим, на какие пальцы ты себе наклеишь эти ногти, там где-то, наверное, отклеить. Ну что, получается? Да, там здесь мы еще маленькие. А что это за клей? Вот здесь, мама здесь. А сколько там вообще штук? Вы сейчас все перепутаете, потом не соберете. Ну это совсем на мизинчики, Ксюш, Маргарита, это все равно не на нее. Да, смотри, вот. Маленькие. Долго они будут держаться? Покажи ногти, мадам Брушкина. Смотри. Угу. Они. Что? Смотри, Ксюша тоже клюшек, Ксюши клеим. Я тут algo para arriba, un juguete o algo. Окей. Только им немножечко их нужно спиливать, потому что они большие, они вообще-то на меня подходят. Бонечка, Бонечка, Бонечка. Купили мои пеленочки. Целую упаковку, 60 штук. 60? Да. Иди выброси в твоей комнате вон ту. Где она обычно ходит? Вон туда, наверное, нужно. В одно место, чтобы было, чтобы она знала. Бонька. Нету ничего покушать. Попить. Положите. Водичку она пьет. Да? В общем, у нас влог опять состоит из двух дней. Один первый день снимали, так и не досняли до конца. И сейчас у нас следующий день. Да? Ребят, мы скоро будем делать новый листок на Хэллоуин. И мы кое-что заказали. Это вот такие вот попкорны. Нет, это маршмеллоу. А, вот такие вот маршмеллоу. Как раз цвет, да, для Хэллоуина? Оранжевый, да, красный и желтый. И тут еще в подарок. Да, это такой подарочек, образец. Да. Так. Они так хрустят классно. Попкорненьки. И тут посыпка. Мы сейчас заказали арбузики. Это на Новый год. А, это новогодние, да. Это вот, смотрите, вот такие вот снежинки. И на слайм арбуз. Такие вот арбузики Фима. Это для слайма Фанта. Это Фанта, апельсинчики. Вот для нового. А, это вот, да, это тыковки на Хэллоуин. Такие вот. Да. И еще там должна быть, да, вот. Вот фигурочки. Уже на Хэллоуин. Здесь какие-то скелеты. Привидения, паутинки, кошки черные, летучие мыши, в общем, да, все такое, микс. И авокадо, да. В общем, я заказала авокадо, потому что у нас есть шармики авокадо. Да? Да. А, да, 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 да. У нас есть шармики авокадо. Нам осталось, еще должны прийти шармики, да, на тему Хэллоуина. И шармики новогодние, вот под вот эти вот, да. Сразу мы покупаем, чтобы к Новому году уже у нас было. Поэтому скоро будут новые слаймы, ребят. Такие вот будут на Хэллоуин, которые классные.
Так, давайте кушайте и на улицу пойдем. Хлопушки будете хлопать? Да. Бери Боньку. Кто поест, пойдет гулять. Бонь, у тебя твоя еда вон там есть. Иди кушай. Бончик. Ой, Бончик. Попрощай-ка ты, маленькая. Что ты? Не дам я тебе ничего. Брокколи хочу. Брокколи? Да. Ты будешь брокколи? Ты уже поела. Давайте сейчас пойдем. Мы подготовили шарики. Хлопушки. Сейчас будем мусорить на нашей детской площадке. Как потом будем убирать, не знаю. Метелка и веник возьмем, да и подметем там, да? Просто подметем и все. Наш веник вот этот. Ну потом сходим, да, возьмем. Раз, два, три. Давай, раз, два, три. Они бракованы. Вам не надо. Нет. У нас где-то 7. Раз, два, три. Папа тренирует у нас Боню. Бонька, умничка. Можно сидеть? Но. Шустрая. Она устала уже. Бони, Бони, но хугай. Сидеть? Бони, сидеть? Не клетят, сидеть. Ай, как. Абахо? Опаля. Вот она научилась. Она что-то перепутала. Сидеть, лежать. Устала она. До конца дали. Она устала уже. Уже лежать хочет. Папа тренер у нас хороший. Ой, ой. Вот так вот. Нужно змейку научить ее делать. Помоги. Что? Не могу на веточке. Хомячок один раз хлебнет и захлебнется. Да, какая-то поилка странная, если честно. Очень странная поилка. Ее нормально ставишь, а с нее прям течет, бежит. Нужно как-то по-особенному вот так вот делать, чтобы она... Вот так вот. Все. Это кто тут бегает? Ай! Ку! Вот так. Вот так. Фу! Ну-ка спать. Быстро спать. Ну-ка быстро спать. На ночь глядя, вот так вот у нее. У всех так собак, наверное, или нет? Смотри, смотри, смотри. Пони! Пони! С собакой. На кроватку. Ты не туда плюхнулась. Ты заблудилась, ты перепутала кровати. Вон там твоя кровать. А что вы это двинули кровати? Потому что. Почему что? Почему что? Ну что, выпила всю воду? Угу. Бонька, вот ты сумасшедшая, а?
Как на ночь глядя, начинаешь бегать? Бонь, Бонь. У нее еды нет, еду надо тоже дать. Она все съела. Ты смотри, на пингвина хочет снести. Она это делает. Смотри, она до пингвина докопалась. Смотри, крыса поехала. Крыса поехала? Или крыша? Крыса, ты моя. Иди сюда. Все. Пока. Все, пока. Давайте, спокойной ночи. Всем пока, ребят. Пока, Бонни. Пока. Бонни, пока.